наша научная лаборатория была создана около полутора лет назад. Сначала мы работали на общественных началах, собирали сломанные игрушки по всему району, привлекали специалистов из никеля Заполярного. Но многие очень относились скептически к нашим начинаниям. Но когда на робот-фесте в Мончегорске мы собрали вокруг себя огромную толпу детей, желающих попробовать себя в роли мини-инженера, мы поняли, что мы двигаемся в правильном направлении. И тогда мы решили поучаствовать в программе «Мир новых возможностей Норильского никеля», предоставили свой проект об открытии научно-технической лаборатории и выиграли его. У нас в нашей лаборатории открыто несколько направлений. Это астрофизика, инновационная электротехника, экспериментальная физика, робототехника и геральдика. Вот те дети, которые посещают нашу лабораторию, у них на самом деле качество знаний выросло, и мы можем говорить, что выросло оно там не на 5, не на 10%, а на 30-40% в общем. Они стали активнее, они стали шире смотреть на жизнь, у них появилось очень много интересов, связанных с техникой. Один из наших социальных партнеров – это лаборатория FabLab в Мончегорском политехническом колледже. Мы туда ездим с детьми, для нас проводят занятия, обучают детей робототехнике и 3D-моделированию на базе этой лаборатории. Мы хотим перевести систему холодильную на углекислый газ. И мы сейчас вот продолжаем над ней работать. И хотим все-таки ее запатентовать, как наше изобретение. Есть родители, которые принимают активное участие в жизни лаборатории, приходят у нас, посещают занятия и делятся своими знаниями и своим опытом с нашими учащимися.